Высокая скорость, вот сейчас хорошая передача. Проникающая передача, и здесь везет. От Кранди Педро не попадает в ворота, он в одну касание. Педро. И, наверное, еще пока близкого расставания с Синьес. Работаем мы уже сейчас на сотой доли секунды. И снова через правый фланг. Педро. Здесь уже готов к приему Хуан Фра. Должного они добились уже к выставке. Судью на выписку желтой карточки. Когда против него играл Бланович, сейчас играет Бардачев, а Хуан Фран опять Педро. Он сейчас готовил опять плацдарм для Хуан Фран. Ну и Хуан Фран в этом помогал. Что Хуан Фран, когда увидел, что мяч у него оказался под самого Алькасера, и Педро забил тогда три мяча. Сейчас вот он забивает в очередной раз. Но все-таки, наверное,